знали, что мы поплывем на самом большом корабле, который сегодня только существует. Но когда мы его увидели, это потрясло все мое личное воображение. Это был огромный, невероятный размеров дом, который имеет более 14 этажей. Здоровья, друзья! Спасибо. Добро пожаловать на борт суперлайнера «Независимость морей». Soy creyente, culpable de quererte, condenada, esclava de tu alma. Hazme creer que me estás salvando. Стоим на улице. Такое впечатление, что в Париже, в Барселоне или где-нибудь в Берлине. На самом деле мы в сердце нашего корабля. Магазины, бары, кафе, рестораны. Все заполнено людьми. Это просто не может быть. Но с другой стороны, это то, как оно должно быть. Сразу своих родных, любимого Даниэля Рока и Беверли Холлистер. Это была такая шикарная встреча. Мы обожаем этого человека, и благодаря ему мы все здесь. Понадобилось много времени, чтобы познакомиться со всем тем, что есть на корабле. А вокруг потрясающее море. И вот мы плывем от одного берега к другому. Это фантастика, это круто. Конечно, мы хотим, чтобы вы были рядом с нами и видели все сами. Потому что это наслаждение. Потрясающая погода. Красивые люди, все радуются жизни, отдыхают. Красота – это отличительная особенность местного лайнера. Мы переполнены впечатлениями. Сейчас будет потрясающее зрелище, мы будем пытаться ездить на виндсерфинге, это будет круто. Не у всех получается, но у нас, думаю, получится. Следующий ты будешь. Cómo decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Hola, esto es España, ¿eh? España. Palma de Mallorca. Lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. Siempre me quedará. La voz suave del mar, vuelve a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. Друзья, ровно в
возвращайся на наш корабль. Наш дом. Должен был выступить кандидат наук доктор Мортон, который является одним из создателей нашего удивительного сока Xango. Но вот здесь, когда он вышел и просто только начал говорить, мы поняли, что наш семинар пройдет очень даже здорово и замечательно, потому что невероятное чувство юмора и умение общаться с аудиторией, преподносить то, о чем он любит говорить, это просто невероятно. Say goodbye, show me you're so warm as mine. Be the tender as you can, bring me home after ten. Когда вчера получали подарок с рук основателя компании, это была для нас гордость, так как когда вы получаете такое признание, то вам хочется идти еще выше, выше и выше. И также мы здесь, на этом лайнере, узнали о новом соке. Даже мы ее попробовали. Вкус очень хороший, и мы узнали, что она на 20% мощнее, чем сок, который мы употребляем на данный момент. И мы получили очень хорошую мотивацию. Это стоило того. Ну что, мы во Франции проехали... Не знаю, сколько миль, но вид потрясающий, и то, что нас сегодня ожидает, я думаю, что будет классно. Едем смотреть сердце французской ривьеры на электричке. Двухэтажный поезд, это здорово? Первый раз ездил на двухэтажном поезде? Да. Достигли цели и в самом центре Монако. Вселенной, самым, я бы так сказал, самое красивое место на планете, одно из самых. И мы в нем находимся, да? Здесь царит роскошь, богатство, удовольствие. Монте-Карло
очень богатые люди собираются и задавать вопрос, а почему не я там? Я точно знаю, что каждый абсолютно человек может жить в Монте-Карло, если он поставит эту цель, потому что на самом деле все мы с вами творцы своего счастья и несчастья.